Дорогие наушники, продолжаем наши видеоуроки. Давайте посмотрим характерные ошибки, которые встречаются при разучивании этого съема. Итак, первая ошибка – это то, что руки ставим неверно. Посмотрите. Вот таким образом, когда ставится рука, у вас есть большая вероятность выбить пальцы. И поэтому, чтобы не выбить пальцы, вы начинаете бить по ноге. То есть встречное движение. Получается вот такое движение. Практически блок вы ставите. Что дает партнер, дает нападающему возможность убрать ногу назад и продолжить на атаку. Если вы локти подойдете вперед, то есть если локти внизу, съема не получится, вы выведете пальцы. Если локоть подойдет вперед, то дальше вы делаете вращательное движение в локтевом суставе к себе. Вот он получается, вот оно прогладили, вот вы пришли. Вот я сейчас сделал полный круг, чтобы вы увидели. То есть делается просто-напросто движение вращать. На самом деле полный круг не нужно. Отследили движение, вот все, вот оно движение. Дальше, следующая ошибка. То, что начинаем от сверху, особенно на этапе разучивания, вы начинаете смотреть за тем, что же происходит. Вот вы начинаете смотреть за этой ногой, тем самым отворачиваясь от нападающего и подставляя себя под удар. Вы не контролируете в этом случае ситуацию. Это вторая ошибка. Третья ошибка. То, что вы не просто уходите с линии атаки, начинаете делать лишние шаги. То есть начинаете перешагивание этой ногой, и дальше вы уже не успеваете. Вы просто не успеете уйти с линии атаки. Потому что нужно, если вес тела у вас на обеих ногах распределен, то дальше, отталкиваясь ногой, вы одноименной, вы делаете односторонний ногой шаг вперед. И еще ошибка. Страшно, нога идет вперед, вам кажется, она такая большая, широкая, поэтому вместо того, чтобы идти вперед, ошибка идет в сторону. То есть снимает, идут в сторону. В результате разрывают дистанцию, и дальше вы опять на равных. Но нападающий будет продолжать свою атаку. Вы защищались, и контратака ваша не разовьется. А он будет развивать свою атаку. Поэтому задача идти как можно ближе к нему. И пока удар еще происходит, вы дальше начинаете свою контратаку. Это важно, идти вперед. Итак, руки и ноги должны идти вместе. Не порознь, не снимать сначала рукой, а потом ногой. За счет того, что вы идете пяточкой вперед, таз сразу уходит с линии атаки. Удар идет сюда, вы сразу ушли. Удар прошел мимо. Вы себя убираете полностью с линии атаки. Вот это, пожалуйста, обратите внимание.